военный эксперт. Турция работает над созданием тюркского НАТО. Проект Уранской армии – жизненно важная, очень чувствительная тема, которая присутствует на повестке дня уже много лет. Уранская армия – проект, аналогичный НАТО, который может объединить в одной организации тюркские страны. Создание Уранской армии, объединенной армии тюркских стран, в столь кратчайшие сроки до 29 октября невозможно, потому что это вовсе не простой проект. Руководство Турции работает в этом направлении уже более 20 лет. В частности, в последние годы этот вопрос несколько раз поднимался на заседаниях Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом сказал полковник запаса Шаир Рамалданов. Ранее турецкий стратег Каан Сары Айдын в эфире телепередачи заявил, что 29 октября текущего года будет объявлено о создании Уранской армии. По словам полковника, создание Уранской армии очень важно для тюркских стран. В принципе, сегодня страны больше заинтересованы в том, чтобы выступать на геополитической арене в составе организаций. Несомненно, сегодня Турция – могущественная страна, слово которой имеет вес в регионе. Но и Турция понимает, что участвуя в таких организациях, как Европейский Союз или НАТО, можно сделать больше. Проект Уранской армии – жизненно важная, очень чувствительная тема, которая присутствует на повестке дня уже много лет. Уранская армия – проект, аналогичный НАТО, который может объединить в одной организации тюркские страны, который уже много лет делает предложения по этому вопросу. Скажу, что я тоже положительно отношусь к этой инициативе и считаю ее необходимой, потому что наш северный сосед Россия уже создала аналогичную организацию, и, к сожалению, вражеская Армения также является членом этой организации. В такой ситуации важно, чтобы Азербайджан был в составе сильной военной организации. Совет сотрудничества тюркоязычных государств успешно функционирует в течение многих лет. Если поначалу был создан тюркскими странами на основе сохранения культурных, исторических, этнических связей, то сегодня проводится достаточно важная работа по экономическим и политическим темам. Несомненно, организация в будущем будет нуждаться в армии, подобной НАТО. Именно в это время мы можем говорить о Уранской армии. Думаю, что создание армии до 29 октября неубедительно, но в будущем это может быть очень позитивным и важным шагом. Для этого еще предстоит многое сделать, отметил собеседник. Привет, друзья! Хочу пригласить вас на свой авторский канал AZ20%. Жду вашей поддержки в виде лайков и подписки. Ссылка на канал в описании к этому ролику. Друзья, когда мы вместе, мы сила, и мы обязательно победим!